надо машину покупать, у него не хватает. Да. Милое дело, да? Да. Понятно. А, кабина еще маленькая замятая, да? На бок упалка. В общем, сынуля, да? Сынуля, да, толкает, но я бы не стал. Причем он с погрузчиком, да? Да, мелкий. Да, мелкий. Так. Это порван. Одна петля. Передок, передок. Ничего не делали. Ничего не делали. Одно новое. Одно новое. Крышу переделали. А это стояла эта растяжка, да? Да. Здесь еще, значит, должна петля была быть. Стрела не такая. А, не такая. Этот. Стойка другая, да? Ага. И он, видишь? Вся, да? С той стороны смотрел, нет? Так, колесо новое. Петля, как всегда, оборвана. А ВОМ-то работает? А? ВОМ работает? ВОМ. Да, работает. 500 тысяч, да? Чего 500 тысяч? Оборотов. Да я хрен знает. Если бы я что еще разбирался, ну. Но он же второй есть трактор. А? Второй же есть. А что, я на снег чистый, поля пошли, больше ни хрена. И все, да? Да. Да, одно-то. Слушай, а с какой стоит этот? Саракановская? Саракановская, да. На 13. 13-е, да? 13,6 на 38, понятно. Ага. Эта стойка целая, да? Лонжерон. Насос. А что он черный весь? Грели его, подогревали, что ли? Ну, когда заводишь, подогреваешь. Коллектор сопливит, да? Кидает. Да, есть малярка. А сейчас не завести, а нету ничего, да? Да нет, аккумулятора нету. Ни документов, ничего, да? Документы есть. Есть, да? Да. Ну, вы вписаны, хозяин или кто-то? Нет, хозяин Рязанов, я его покупал в Рязанове. Хозяин Рязанов, я его ничего не переделал. А я его как купил, и на нем, можно сказать, ни хрена ничего не делал. Он у меня стоял, вообще 2 года он там сзади. Сейчас поедешь к хозяину, хозяин скажет, бля, 10 лет, мне транспортный налог. Да ничего, он давно бы, это, я с ним там хорошо дружил, в Рязанове я работал. А проводка все работает? Нет. Ничего нет, да? Ну тут сгоревшая проводка, она когда греешь, заводишь, а ее сожгли. Сожгли, да? Понятно. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну чё, вроде я все посмотрел. А ты чё, все посмотрел? Согнутая она, да? А это я на нем кувыркался. А. Надо колеса это расширять. Пошире сделать. Да, он узковатый, поэтому я с ковшом, да? Поднимал каретку это от вагона. Каретка тяжелая, я, она соскочила, я ее кувырнул. Каретка, она весит 700 килограмм, а тут грузоподъемность. А вон еще и накладки это или что это такое? Накладки.
Так. А эти навеска работает, да? Да, навеска работает. Единственное, что ее нету, да? Цилиндр только, да? Потом снял. Ее даже я сейчас не знаю, где растет. Ее навеска перекатана, в принципе, есть. А, я ее снял, вал есть. Вал сам. Да, вал есть. Потому что на что-то. Я смотрел. Ну, что это? Искать, я даже. Все понятно, все понятно. Запчасти даже есть.